В эфире «Реальная Хакасия.рф», в студии Ирина Гирш. Здравствуйте! Мы продолжаем серию сюжетов о Енисейской алкогольной ассоциации и Красноярском сертификационном центре. Как и обещали, гипермаркет «Поляна». С нами вновь один из лучших юристов Хакасии Василий Чаптыков. Ассортимент алкоголя с марками гарантии качества Енисейской алкогольной ассоциации на полках «Поляны» велик. Остановив свой выбор на дорогостоящем виски, мы отправились на кассу, где стали очевидцами традиционного казуса – несоответствия цены и ценника и, как следствие, недовольства покупателей. Я же с охраной тогда выйду. Убивать вам. Что вы нарушили? Потому что вся беседа записывается в интернет. А вы не так все пройдет вам? А я не хочу там маяковать, знаете. Я хочу разбивать, это как-то нормально. Я купила продукты в «Поляна». И вот у них цены не соответствуют на ценнике. То есть на ценнике указаны одни цены, а когда чек берешь, смотришь цены. А какая разница, ну, грубо говоря, ценовой диапазон большой? На 10 рублей. Но вернемся к нашей теме. Увидев камеру, персонал «Поляны» с натужными улыбками на всякий случай засуетился. Мы попросили предоставить документы на алкоголь и подтверждение марок гарантии качества. Спустя 20 минут мы получили документы соответствующие данному товару. Данный товар в соответствии с данными документами был поставлен из города Красноярска компанией «Аквамарин». В настоящий момент просто пошло искать документы по марке «Енисейская алкогольная ассоциация». Прождав около получаса, выяснилось, что алкоголь в «Поляне» полулегален. Гарантию качества нам так и не подтвердили. Но марка никак не привязана к этому диапазону. Марка и документы у вас... Подобных документов, вы говорите, нет ни у кого. Да. Вы хотите слышать? Ладно, хорошо. Вот здесь мы не нашли. Это уже второй магазин, в котором мы выявили нарушение закона Российской Федерации. Интересно, как обстоят дела в торговой сети «Командор»? Об этом мы расскажем в следующем нашем сюжете.